Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня, дорогие мои, я хочу поделиться с вами рецептом приготовления креветок. Так как я их очень люблю, то путем проб и ошибок я изобрела свой рецепт. Вы его не найдете в интернете. Что-то, может быть, похожее будет, но совсем не то. Рецепт проверенный на домашних, на гостях. И все просто были в восторге. Поэтому делюсь рецептом с вами. Что для этого нужно? Нам нужны креветки. Я для этого беру креветки серые. Почему серые? Они еще не прошли термическую обработку. Дальше не буду углубляться, как чистить и чем отличаются креветки. Я для вас сняла дополнительное видео. Наши креветки помыты в прохладной воде, а нам осталось их посолить, поперчить, добавить резанный чеснок, добавить чеснок, выдавленный через чеснокодавку. Для чего? Почему такой и такой? Потому что, когда мы его выдавливаем, он дает сок, и он более мелкий. И сама креветка напитывается его ароматом. А для чего резанный чеснок? Когда вы едите, то вот этот чесночина прилипает к самой креветке, и это тоже дополнительный аромат дает. Так. Дальше наше с вами действие. Посолили, поперчили. Так, брызгаем лимоном. Лимоном. Ну вот прям половина лимона я добавляю. Не важно, если попадут косточки, это уже не важно. Мариноваться у нас с вами будет час, максимум два. Если вы хотите сделать заранее, то этот маринад нужно оставить, маринованные креветки, на ночь в холодильнике. А если вам нужно срочно блюдо, то достаточно час-два оставить на столе. Так, чеснок, петрушка. Петрушку тоже желательно порезать помельче. Но так как я все-таки хочу, чтобы видео было у меня побыстрее вам показать. Так, ну как можно мельче. Одна треть пучка добавили. Теперь у нас идет дальше. Добавляем. О, как закрылось. Добавляю кисло-сладкий соус, любой кисло-сладкий соус. Их сейчас превеликое множество, любая фирма нас устроит любой кисло-сладкий соус. Приблизительно 2-3 столовых ложки. Добавляем любое подсолнечное, оливковое масло с запахом, с чесночным запахом, ну, в общем, какое вы любите, любое масло. Тоже, наверное, 2-3 столовых ложки масла. Все перемешиваем. Вот. Накрываем пленкой и даем постоять час, максимум два, на столе. Продолжаем готовить креветки. У меня прошло 2 часа. Теперь у нас с вами задача выложить их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю воду. Так, а тем временем включаем сковородку. Так,
Здесь уже видео нужно подробное, поэтому я не буду ничего из него урезать. Оставлю как есть. Кому интересен мой рецепт, посмотрите до конца. Вот. Добавляю сливочное масло на разогретую сковородку. Вот этого количества достаточно. Даем хорошо разогреться сковородке. И начинаем выкладывать наши креветки. А дополнительно еще сразу выкладываю опять на бумажное полотенце. Видите, сколько сока они дали. Просто если не выложить на бумажное полотенце, то креветки у вас будут как будто как вариться. А нам нужно с вами, чтобы они были жареные. Ну что, просто засекать время, жарить, засекать время я не могу. А я вот вижу, я все готовлю в основном на газ. Так, вот сюда я сейчас еще сливочное масло добавлю. Все. Главное не давать гореть. Тут, тут еще надо убавить огонь. Вот. И вот такая некрасивая у нас с вами должна получиться. Теперь она приобретает розовый цвет. Такой, какой он нам нужен. Ну, посмотрите, какая красота у нас сегодня с вами получилась. Подавать эти креветки я буду с рисом, с кисло-сладким соусом, с долькой лимона и имбирем. Всем приятного аппетита!